Италия призывает другие страны Евросоюза открыть свои порты, чтобы принять корабли с мигрантами. По словам главы МВД Италии, спасательные операции проводят корабли под флагами разных европейских государств, но в результате беженцев доставляют в итальянские порты, и это означает, что система не работает. Только в этом году в Италию прибыли более 83 тысяч человек, которых спасли в море, а за последние несколько дней более 12 тысяч. И страна уже не в силах справиться с таким наплывом мигрантов.